Югра получит больше 500 миллионов рублей на борьбу с безработицей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это произошло в рамках решения поддержать рынок труда в регионах в условиях санкций. Всего из государственной казны выделили почти 40 миллиардов рублей. 522 миллионов получит наш округ. 430 из них потратят на организацию общественных работ и временного трудоустройства тех, кто находится под риском увольнения. Еще свыше 90 миллионов предназначены для финансирования региональных программ профобучения и дополнительного образования работников промышленных предприятий, которые также могут потерять работу.